Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. В новостях о фактах мошенничества последнее время все чаще фигурируют мнимые сотрудники службы безопасности банков, которые просят выслать своих жертв данные кредиток. А про звонки гражданам от якобы правоохранителей с предложением решить проблему их близкого за вознаграждение как-то поубавилось. Однако, как оказалось, этот вид обмана у преступников все еще в ходу. Так, пожилую жительницу Курска преступники смогли уговорить лишиться 50 тысяч рублей. Вечером ей позвонил на стационарный телефон человек, который представился офицером силового ведомства. Он сообщил шокирующую новость. Внук женщины совершил серьезное ДТП и сбил беременную женщину. Собеседник объяснил, что за подобный проступок молодой человек может отправиться в тюрьму на 10 лет, но спасти его от этой участи можно за деньги. Лжеофицер общался уверенно и убедительно и рассказал, что за деньгами приедет его знакомый. Нужную сумму требовалось завернуть в пакет и выкинуть через окно, где его подберет свой человек. Лишь после такой странной передачи сбережений пенсионерка решилась перезвонить родным и уточнить, как обстоят дела. А дела у внука оказались лучше некуда. Он преспокойно находился у себя дома и про дорожный инцидент с его участием услышал впервые. Потерпевшая обратилась в полицию и по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.